Предлагаем вашему вниманию анонс мастер-класса по платью Боха. Это многослойная юбка, состоящая из нескольких частей. Вот готова наша странная конструкция. Пока это странная конструкция, возможно, вы еще не видите, что из нее получится. Но я из нее вижу интересную оригинальную юбку. Оформляться дополнительно она будет вот этим ворохом хлопкового кружева. Само платье из хлопка с бамбуком. Это прекрасное весенне-летнее решение. Мне не терпится вам его показать. Скоро вы увидите полностью его воплощение. Не буду вас обманывать, что это сделать легко, быстро и просто. Действительно, работа трудоемкая, я над ним работаю уже не первый день. Те, у кого нет ажурной каретки, могут выполнить вставки просто гладью или, например, любым другим переплетением. Это будет тоже здорово, это будет новое решение. Прежде чем продумать и предложить вам именно такую многослойную выкройку, я проэкспериментировала ее на тканевой выкройке, и когда результат не понравился, я решила предложить это вам уже в вязаном виде, в вязаном варианте. А сейчас я продолжаю вязать многочисленные вставки для своей выкройки.